Бхактистай стиратара Бхагаван Джадишад Дайвена на фалати дипба кишара муртихи Муктихи свайам муклитанджалихи Шивете асману Дхармарта камагата юху самайо пратикша Бхактистай стиратара Бхагаван Джадишад Дайвена на фалати дипба кишара мурти муктихи свайам муклитанджалихи шивати асман дхармартха камагата йо самайо пратикша Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада Гаурия Гоштипати Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что внешняя веша саньясы, внешняя одежда саньяси, триданда, шафрановая одежда и так далее, эти внешние вещи не смогут помочь вам контролировать свои органы чувств и ум. Это невозможно. Только то есть, внешние вещи бесполезны, не просто бесполезны. Можно получить наказание за их использование. Для того, чтобы жить должным образом, благоприятно для сознания Кришны, очень хорошо, благочестиво, наверное, то есть жить таким образом, чтобы наша жизнь помогала нам совершать Кришна Бхакти. И это есть настоящая саньяса. Уже была опубликована одна книга о саньясе. Таким образом, внешние одежды отречения ничего не значат. В Бхагавад-гите сказано, я уже говорил об этом, сейчас я просто хочу вам напомнить. С внешней точки зрения Бхактивинода Тхакур находился в грихастха ашраме, также Шринивасачарья, Вакрешвар Пандит. Большинство преданных Чайтани Махапрабху были в грихастха ашраме, но на самом деле их жизнь саньяси. Они полностью посвятили свою жизнь, тело, речь и ум. То есть триданда означает, что вы должны предаться телом, речью и умом, полностью посвятить их лотосным стопам Верховного Господа, постоянно быть вовлечены в то, чтобы доставить удовольствие Господу, и это есть чистая преданность. Я не собираюсь сейчас обсуждать детали саньясы, саньяса-врата, просто коснусь некоторых моментов. Если вы, то есть вы должны принять клятву служить Господу, и это есть настоящая саньяса. Все внешние атрибуты не настоящие, то есть все эти внешние атрибуты отреченных личностей могут разрушить ваш баджан. Так что вы вновь не обретете вдохновение начать баджан совершать должным образом. То есть само желание совершать баджан уйдет. Также Прабхупад предупреждает. Кришна и Кришна Бхакты. Если вы собираетесь жить там, где присутствуют Кришна и Кришна Бхакты,
jealousy, enmity, all the time you are there in that association. То есть имеется в виду тот, где присутствует какая-то зависть. То есть если вы живете в обществе, где присутствует какая-то зависть, враждебность между друг другом, среди людей, которые против чистых гуру и вайшнавов, как это возможно распознать? Прабхупад дает научный ответ на это. Если вы видите, что эти личности, в круг которых вы находитесь, постоянно против чистых гуру и вайшнавов, против чистой сиддханты, и в то же самое время они постоянно пытаются продвигать себя, то есть говорить о себе, показывать себя с лучшей стороны. Если вы будете находиться в общении, в обществе таких личностей, никогда в жизни вы не сможете контролировать свои чувства и ум, вы не сможете стать джитендрия. Автоматически осквернения, такие как дхарма, артха, карма, мокша, то есть материальные желания, погрузят вас в страдания. Прабхупад говорит, как распознать чистого бхакту. Чистый бхакта означает тот, кто обладает пятью видами настроений. Праджирага Бхакти, нужно еще много разных вещей обсудить, потому что иначе это будут бесполезные разговоры. И просто прыгать на верхушку не даст никаких результатов. Прабхупад говорит, Вимал Вайшнав, то есть чистый Вайшнав, обладает пятью видами настроений, служения. Чистый вайшнав не означает, что он рагануга. Он также может быть вайди бхактой. То есть есть пять различных видов настроений в служении у Вимала Вайшнава, у чистого Вайшнава. Чайтанья Махапрабху сказал, что перечислил девять видов ошибок. В Чайтанья-чаритамрите сказано об этом, и Прабхупад дает нам совет по поводу этого, что те, кто если с одной из бхав, дася, шанта и так далее, присущий вайшнаву, указывает на то, что он вимала вайшнав, чистый вайшнав. И может быть так, что кто-то прекрасно совершает баджан, но в то же время он не является рага-нуга бхактой. И в Бхагаватам, в истории с Прахладой Махараджем, сказано о девяти ошибках преданности, недостатков. Самое высшее из служений — это Нама Санкиртана. Если должным образом кто-то может совершать Нама Санкиртану, нам хойто хай прем дхам.
Премадана, редчайшая вещь, может быть обретена этой личностью. И также я уже говорил о том, что Махапрабху говорил о 9 недостатках в преданном служении, то есть у практикующих. И 5 из них особенные. Маленькое, небольшое количество времени общения. Я прошу прощения, там было не ошибки, а 9 видов бхакти. Махапрабху говорит, что из них 5 самые важные. Шримурти Сева — это означает служение не тем божествам, которые вы сами установили, а тем, кто которые были установлены Махапурушей. Потому что божества, которые были установлены кем попало, возможно, это преданный, возможно, нет преданный. Если он не совершенный преданный, если он не парамахамса, в таком случае тут есть проблема. Потому что есть целый процесс, как устанавливать божества. Если гуру и вайшнавы не пригласят божество принять форму, принять Господа, принять форму этого божества, мы не можем ожидать, что божество по-настоящему установлено. Автоматически божество проявляется в сердце такого воздушного преданного, и только внешне он производит ритуал установления, как Шрила Бхакти Прамапури, Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Шашидар, Госвами Махарадж. Они любили устанавливать божества. Им нравилось их устанавливать. Это означает, говорит о том, что божества уже проявились в всех сердце. И только после этого они в форме божества принимали, то есть Господь входил в форму божества. Никто не может создать виграху. Человек может постараться изваять божество, то есть мы можем заказать божество, но виграха свапракаш, она самопроявлена. Таким образом, никто не может установить божества или установить храм. Итак, необходима чистая преданность. Кроме чистого преданного, никто не может установить божества или Гаудия Матх. То есть необходимо служить божествам, те, которые установлены Махапурушей. И вот эти 5 аспектов преданного служения очень могущественны. Если у вас будет возможность совершать по 5 этих видов преданного служения, вы обретете возможность получить бхакти. Саду Санга, Нама Санкиртана, Бхагавата Шраван и Мадхура Вас. И поклонение божествам. То есть никак иначе вы не сможете получить бхакти. Крити садья означает, что с помощью саданы, с помощью баджана возможно обрести это. Речь идет о садья бхаве. То есть через баджан, задействовав все свои органы чувств, служение,
совершается бхакти таким образом. В таком случае мы можем назвать это садхана бхакти, если все наши чувства вовлечены в это служение. Есть три вида бхакти: садхана, бхава и према бхакти. Я говорил уже прежде об этом. Вчера я объяснил, что такое бхава бхакти. Бхава. Такая бхава, она возникает в сердце, подобно как прежде восхода солнца небо заливается красным светом и различными цветами. Таким образом, сердце, оно очищается. И эта бхава дает нам возможность должным образом совершать бхаджан. То есть, практикуя садхана бхакти, мы можем получить бхава бхакти. Но если садхана бхакти, в садхана бхакти вовлечена дхарма, артха, карма, мокша, различные материальные желания, мы не можем назвать такой садхана бхакти подобающий, должный, правильный. Если цель садхана бхакти — карма, артха, дхарма, мокша, то есть невозможно с помощью такого, такой садхана бхакти обрести бхаву бхакти, потому что садхана бхакти должна быть чиста. Когда я говорю о процессе садхана бхакти, что с помощью него можно обрести бхава бхакти, мы думаем, что это как искусственное нечто. Но это не так. Это вечно. То есть я уже объяснял, что вот эта энергия в бхакти, она присутствует в нас. Бхава — это нитья-сидда бхакти. Но тем не менее мы должны пытаться, наверное, это практиковать. То есть такой вопрос, что если это бхава бхакти, но нитья, как мы с помощью садхана бхакти можем это обрести? Махарадж говорит, что нужно практиковать. Если вы совершаете это служение под руководством чистого преданного, имеется в виду садхана ситхи или нитья ситхи, те, кто садхана ситхи, уже обрели свое положение, то есть обретут свое положение в духовном мире. Бхава проявляется в сердце нитья-сидда парикара, то есть от нитья-сиддха, спутника, Господа, вы можете обрести эту бхаву с помощью эту милость, через милость. In front of Vasudev, author, what I mean to say, Krishna appeared in the house of Vasudev Maharaj. Кришна явился в доме Васудева Махараджа. Но это не означает, что Васудева Махарадж дал рождение Кришне. When we say Krishna took
Когда мы говорим о том, что Кришна родился в его доме, это не означает, что Васудева породил его. Мы можем привести следующий пример в связи с этим. Солнце, восходя, не порождает Господа Солнца. То есть на востоке Солнце, наверное, не рождается. А, немножко не поняла. Восточное направление очень особенно, потому что сам полубог Солнца выражает ему почтение. То есть Солнце восходит на востоке, но это не означает, что Восток порождает Солнце, полубога Солнца. Такое понимание должно у вас присутствовать. How we can get prema? Prema is not a matter of joke. Prema — это не повод для шуток. Это величайшее богатство. Высочайшее богатство во всем мире. Мы бегаем за деньгами, положением, золотом. Но prema — высочайшее сокровище. Это не тема для шуток. Есть разные способы, разные процессы. То есть нет такого, что если мы не совершаем баджан, мы сможем обрести прему. Нет. В прошлый раз я говорил о том, что постепенный процесс обретения према — это Адавшрадха. То есть все начинается с Адавшрадха. Садуканам майам премну абурбхаве бхавет крама. Садуканам айам премну пат. Those who are doing садан. Те, кто совершает садана бхакти, постепенно они возвышаются до премы. Для того, чтобы обрести шрадху, шрадха означает вера, нужна предшествующие шрадхи вера. Первоначальная вера. То есть, когда она у вас появится, вы сможете развить шрадху, затем садусангу. То есть, прежде всего, то есть постепенно садусанга, слушание харикатхи, и затем вы обретете возможность развить веру. То есть прежде всего необходимо развить какую-то первоначальную веру. После того, как ваша шрадха взросла, если она стала стабильной в вашем сердце, обрела стабильность, я начинаю думать, что всю жизнь я был в заблуждении, но сейчас я нашел путеводную нить. Это сотрет все мои страдания. И что же это? Я могу служить Верховному Господу. Таким образом, первое — вера. После этого я встречаюсь с саду, который расскажет Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам. Я начинаю верить в его слова, слушая шастры из его уст.
И затем настоящая шрадха взрастает. Она становится стабильной. Благодаря садусанге. И когда я буду находиться в садусанге, я смогу изучать, как совершать баджан. Сам процесс. Как совершать баджан. Третья стадия. У вас появится чувство необходимости принять прибежище у лотосных стоп Шри Гуру. Приняв прибежище у стоп Шри Гуру, предавшись ему на 100%, произойдет баджана крия. Имеется в виду, что вам откроется, наверное, появится возможность совершать баджан. Вы сможете применить все ваши органы чувств в служении Шри Кришне. Не приняв прибежище у лотосных стоп Шри Гуру, баджан не может начаться. После этого, под руководством Шри Гуру, вы за всех должны стараться совершать баджан. И с помощью этого процесса все ваши анартхи будут уходить. Если вы будете повторять харинам, совершать служение, вовлекая в служение все свои органы чувств под руководством Шри Гуру, автоматически вы обнаружите, что происходит чейта дарпана марджанам. То есть анартха невритти успешно проходит в вашем сердце. На пути баджана может быть бесконечное количество препятствий. Если Чайтанья Махапрабху не даст беспричинную милость, невозможно обрести успех. Если вы будете памятовать Верховном Господе постоянно, кто бы не был против вас, не желал причинить вам зло, никто не сможет ничего сделать вам. Я знаю, что на таком первоначальном уровне невозможно постоянно помнить о Господе. Поэтому вот для этого говорится этот стих. But I know it is impossible. But still, repeatedly I am requesting you to maintain purity of mind and body. Я прошу вас поддерживать чистоту тела, ума. Тело и ума. Если вы не верите, вы можете попробовать. Тот процесс, который я показываю вам, о котором я говорю и которому я следую на своей собственной жизни, стараюсь следовать. Я постоянно стараюсь. Не то, что я не осквернен совершенно, я просто стараюсь. И вы должны стараться поддерживать внутреннюю, внешнюю чистоту. Вы можете памятовать о Джаганнате. Если вы встречаетесь с Майявади, буддистами, падшими личностями, с очень низкорожденными личностями, вы не должны никого оскорблять, вы просто должны помнить о Сударшиной чакре с Джаганната храма, или а также о лотосных стопах чистых гуру и вайшнавов.
Помните о Пачитпавана Джаганате. Или также смотреть на солнце. Таким образом, мы, то есть мы очищаем себя. Потому что нечистота в этом мире постоянно, то есть различные осквернения. И говорится, что это должно... То есть памятование о Господе должно быть постоянным, но для обусловленных душ это практически невозможно. И мой вопрос в отношении этого. То есть почему кто-то с вами хочет враждовать, наверное? Должна быть какая-то причина этому. Иногда, например, кто-то хорошо совершает баджан, и из зависти кто-то чинит вам препятствия. Или кто-то, например, хочет причинить какую-то угрозу моей жизни. Я не должен развивать никакое негативное настроение по отношению к этой дживатме. Возможно, он хочет причинить мне зло. Прежде всего, я должен распознать, осведомиться. Посмотреть на свое сердце, хочет ли оно, если у него что-то негативное, в сердце что-то негативное по отношению к этому человеку, если нет желания властвовать над ним, то есть победить его, никто не сможет вам сделать ничего плохого. Пусть тот человек с негативным настроением делает все, что угодно. Но если у вас есть желание сражаться с ним и победить его, есть множество разных способов, как вы можете получить, то есть победить этого человека, имеется в виду. Но из-за этого вы можете потерять ваш баджан. Таким образом, поддерживать чистоту, главное, в вашем баджане. Потому что с осквернений невозможно совершать баджан. То есть это первое, что необходимо сделать. Затем я уже объясняла анартха нивритти. Я могу привести пример с Нараджи Махараджем. Как он говорит, что я слышал Харикатху от саду, о Господе, но я ничего не понимал, я был бедный маленький мальчик. Но я не был беспокойным, непослушным, я спокойно слушал, серьезно от них Харикатху и совершал киртан. И это привлекло к тому, что они проявили на меня беспричинную милость. Они давали мне свою учиштху прасадам. И, почитав их прасад, остатки их пищи, все мои нежелательные качества ушли. Однажды, когда они дали мне учиштху, все мои анартхи ушли. Я чувствовал чистоту, почувствовал чистоту в сердце. И что же это за чистота? То есть никакого беспокойства. Чистота сердца даст вам стабильность, даст вам умиротворение, и никаких беспокойств, переживаний не будет. Таким образом, может пройти процесс анартха нивритти. После того, как уйдут анартхи, вы обретете стабильность. Это называется ништхой. Ништха означает стабильность, а стабильность может помочь вам совершать баджан беспрерывно. Обычно баджан ваш полон прерываний. Пытаетесь совершать баджан, какое-то что-то у вас там происходит, и вы останавливаетесь, потом опять снова начинаете. Вы должны постоянно быть на связи с Господом, на связи с Господом. И без
перерывов. Вы постоянно, с полным вниманием должны совершать баджан. В таком случае, возможно лишь, что ваши анартхи уйдут, и под руководством Шри Гуру Вайшнавов вы разовьете стабильность ништхом. Затем ручи, ручи лаласа, вера, доверие, жадность, вкус. Ручи означает вкус. Вы обретете вкус. И автоматически вы хотите еще и еще. Естественным образом. После того, как вы обретете это настроение, лаласа, ручи, вы обретете асакти. Это постепенный процесс развития. После этого вы обретете бхаву и постепенно прему. Когда вы сможете обрести прему, ваши люди не смогут понять ваших действий, не смогут понять вас, не смогут понять, что с вами произошло, почему вы делаете то или иное действие. Пример этому в 11-й песне Шримад Бхагаватам. И также о Прахладе Махараджи. Тоже говорится об этом. Когда ваше сердце начнет плавиться от премы, бхава означает, сердце ваше стало гладким. От премы она начнет плавиться. Когда вы обретете прему, обычные люди не смогут понять вашего поведения, почему вы смеетесь или внезапно плачете, танцуете, как сумасшедший. Сердце ваше будет плавиться и подобно сумасшедшему. Вы будете повсюду ходить, плакать, смеяться, петь, танцевать. Это и есть проявление бхавы. Поэтому Прабхупад говорил Варасамрита Синду, Рупа Госвами пишет об этом, что это таким должно быть наше настроение. Если мы считаемся, если мы есть рупануга преданные, если мы рупануга преданные, такая бхава должна прийти в наше сердце, такое чувство. Если этого нет, все фальшиво. Когда я обрету такое чувство, Бхактивинод Такур пишет об этом в очень простом киртане. Прабху, на берегу Ямуны, я буду петь о твоей славе, и горло мое,
В общем, я не смогу вымолвить ни слова. Я буду танцевать, и слезы будут течь из моих глаз. Махапрабху учит нас следующим. Махапрабху плачет перед Джаганнатом и говорит следующее. Когда я не смогу прервать своих слез, остановить слез прямо, когда Махапрабху танцевал и плакал, в Чайтанья-чаритамрите сказано, что он как то есть есть такое устройство, как водяной пистолет, наверное, или как то есть какое-то устройство по тушению пожаров. В общем-то, так будут слезы литься потоками, как дождь, или как в душе, как поток. То есть невозможно это же представить, даже не пытайтесь это представить. Когда вы обретете лаласу, вкус, ручием, нужно стремиться к этому, потому что до того момента, то есть когда это произойдет, никто не сможет вас остановить. Когда у вас появится вкус, перед Рупой Госвами Падом Махапрабху говорит Рупа Госвами Паду. Махапрабху — это океан нектара. Да. Нет, наверное, Господь — это океан нектара. И позволь мне дать тебе каплю. И Рупа Госвами, Санатна Госвами, кто-то из них, говорит, что я даже не ожидал, что я обрету эту каплю нектара, но Санатана Госвами, он вынудил меня вкусить это. И когда я обрел вкус, я не смог жить без этого. Таким образом, благодаря общению саду-санги, мы можем развить вкус. И с помощью него у нас появится жажда этого. И когда эта жажда проявится, мы не сможем оставить это. Поэтому Прабхупад говорит, что совершенный баджан, то есть если мы вкусим, что есть настоящий совершенный баджан, мы никогда не сможем его оставить. Даже если кто-то будет пытаться остановить нас, мы не сможем остановиться. Ништха говорит, что как бы твои мозги, твой ум, он помогает тебе. То есть, когда ваш ум помогает вам, означает, что вы достигли ништхи. На уровне асакти все происходит автоматически. Разница между ништхой и асакти в том, что на стадии асакти этот процесс становится автоматическим, естественным, а на стадии ништхи вы знаете, как надо делать. То есть ваши мозги в это включены, то есть вы заставляете себя. Имеется в виду, вы знаете, как надо делать, и вы следуете этому, у вас есть в это вера. Когда есть асакти, автоматическое влечение происходит. И постепенно вы автоматически обретете прему.
с помощью этого процесса. Таков постепенный процесс. Вчера я говорил о 64 составляющих бхакти, баджан. Это настроение, 64 настроения, из них 10 позитивных, то есть положительных, то есть дружественных, 10. Когда говорится, что не делай это, не делай это, не делай это, запреты, то есть некши. То есть также о различных составляющих, необходимых совершать в баджане, я уже вам рассказал, о тилаках и так далее. Таким образом, мы должны должным образом всему следовать. Если мы хотим совершать какое-то одно. То есть, если из 64 составляющих бхакти, при одном служении, вы хотите совершать какое-то одно, если вы совершаете все, но у вас вот есть тяготение к одному из, Махапрабху говорит, что, как, ну, например, вот Шраван, Махапрабху предупреждает, в Чайтанья Чаритамрите говорится, Парикшит Махарадж возможен лишь слушать с полным вниманием. Парикшит Махарадж слушал с полным вниманием. То есть в Шраване, в слушании, мы можем назвать Парикшита Махараджа нашим гуру. То есть он является величайшим примером того, как нужно по-настоящему слушать Харикатху. Шукадев же Госвами является совершенным рассказчиком Харикатхи. Таким образом, различные виды. У каждого вида бхакти есть какой-то выдающийся пример следования этому. Если кто-то собирается заявить, что сейчас нет саду, нет ачарьев, он идиот. Он величайший оскорбитель. Он не должен говорить так. Джаганнат, всевидящий Господь, он всегда, постоянно дает нам возможность. Мы можем не понимать этого из-за нашей глупости, но не может быть так, что во всем мире ни одного саду не останется. Это означает, что если кто-то говорит, означает, что он, они имперсоналисты, они думают, что у Джаганнаты нет силы, нет могущества привести в этот мир саду. Чистый преданный никогда так не думает. Возможно, я не знаю, но саду должен присутствовать непременно. Если ваше сердце плачет о чистом, если вы в сердце плачете о, о общении с чистым вайшнавом, 100% вы обретете возможность. У меня на своем собственном примере я это почувствовал. Я плакал перед Нитянандой Прабху. И автоматически я получил общение. Никто не привел меня к моему Гуру Махараджу. Автоматически это произошло. Также в шастрах говорится, Уэ санчо санматаха, ят самбасана сам.
Когда, я приведу пример, когда Видура Махарадж встретился с Удава Махараджем, после того, как Удава Махарадж ушел, Удава Махарадж дал некоторые наставления. Он сказал, что Господь припас какие-то сокровища, драгоценности для тебя. Ты должен отправиться на берег реки, там Майтрея Муни. Он знал, он присутствовал во время ухода Кришны, прежде чем он ушел. Он рассказал Бхагавататтву Вигьян, то есть Бхагавататтву. Удва Махарадж присутствовал, я также присутствовал, Майтрея Муни также. И сейчас иди к нему, он ждет тебя, и ты можешь обрести совершенно таттва-гьяну от него. В действительности, мы слепы, поэтому мы ничего не видим. Мы слепы, поэтому заявляем такие вещи, что нет в этом мире саду. Мы не должны так говорить. Мы не можем сказать так, что в мире нет саду. В мире непременно есть саду. Просто мы не можем его увидеть. Амбариш Махарадж совершал Нававида Бхакти, то есть все девять видов преданного служения. Возможно, для вас это невозможно. В Шукадев Госвами, например, он совершал один вид Бхакти. А Амбариш Махарадж все девять одновременно. Мукундо лингадая даршане дишоу, тадбитто гатто спарши анга сангамам, крананча тадпадо сарожа саурави, симаттула шарасанам тадарпите, падо харе кхетрападану сарпани, сидо риши кеса падави бандани, каманча дасе ноту кама камая, потому что его положение совершенно, он совершенен. Поэтому он мог совершать девять видов бхакти одновременно, то есть вместе. Но наше положение очень отлично от него. Деворси бхутатманинам питинам на кинкару наям рини чараджама сарватмано я сараном сараньям гато мукундам париитто карто. That's the basic thing. Totally from heart you are taking shelter unto Lotus of Krishna. There is no question. Если от всего сердца мы примем прибежище Шри Кришны, в таком случае не останется вопрос ни о каких долгах. Все воздано нами будет. Шестьдесят четыре вида преданного служения мы говорили вчера. Сейчас нужно поговорить о сева-апаратхах. Если мы будем совершать сева-апаратхи, совершим ее, то мы не сможем прогрессировать на этом пути. Вкратце я расскажу об этом в Варахапуране и в других местах. Мы можем в деталях найти информацию об этом, но я сейчас хочу рассказать вкратце. Мы не можем забраться на паланкин. На ходу, то есть нужно остановить паланкин. Извините, говорится, что нельзя
перед Господом на паланкине, то есть появляться перед Господом на паланкине. Не следовать таким праздникам, как Джанмаштами. Это оскорбление. То есть Верховный Господь — это Кришна, и все праздники, связанные с Ним, необходимо соблюдать. Если перед вами предстоит ваш Иштадев, и вы не предлагаете ему поклон, то есть, наверное, перед божествами нельзя не кланяться. Вчера я говорила, что после Ачимана, имеется в виду, после того, как вы приняли просад, не должно оставаться ничего во рту. Если во рту, в зубах застрял какой-то крупица риса, значит, все осквернено. Я не могу в таком состоянии говорить харикатху, что бы то ни было еще делать. Я не могу прославлять Господа с учиштхой во рту, то есть, будучи нечистым. То же самое произошло с Дити. Таким образом, она породила... То есть, эта история с Бхагаватам в третьей главе, история с Кашьяпа Муни. Если вы нечисты, вы не можете прославлять Господа. Но имеется в виду, что давать харикатху. Когда гуру вайшнавы... То есть есть различные виды осквернений, с которыми на каждом шагу можно сталкиваться. Вишнава Чакравати Такур пишет, что осквернение может прийти в разной форме в вашу жизнь, и необходимо избегать этого. Также предлагать поклоны одной рукой, опираясь на одну руку, это оскорбление. Необходимо делать поклон на две руки. Когда вы совершаете парикраму, обходите алтарь Туласи, нужно каждый раз, когда вы проходите перед Господом, поворачиваться лицом Господа. Не так, что вы идете и просто смотрите под ноги или куда вы хотите. Каждый раз, когда вы обходите Господа, вы должны поклониться, когда вы представьте непосредственно перед Господом, перед божествами, нужно предложить поклон и посмотреть на него с двумя сложными руками. Необходимо предложить поклон. Также вы не можете сидеть перед Бхагаваном, перед божествами. Обняв колени, наверное. Обняв колени, нельзя так сидеть. Даридрасан называется. Асана бедняков. И также, то есть так сидеть нельзя. Перед божествами нельзя спать, перед гуру вайшнавами, гурудевом также нельзя спать. Перед Бхагаваном нельзя принимать прасад. Перед божествами нельзя врать. Нельзя говорить громко или болтать друг с другом. Или имеется в виду из своего материального каких-то переживаний нельзя плакать или кого-то оскорблять.
или благословлять кого-то. Нужно отойти в сторону и затем делать все, что необходимо. Нельзя говорить плохие слова перед божествами, нельзя критиковать кого-то перед Господом или прославлять кого-то. Имеется в виду не гуру и вайшнавов. Перед Господом мы можем прославлять гуру и вайшнавов. Если вы богаты, и у вас есть много денег, и в то же время вы не задействуете эти деньги в служении Господу, это оскорбление. Если у вас есть цветы, есть чандан и все, что необходимо для предложения Господу, но вы не предлагаете это Господу, это оскорбление. Или также пхога, если вы не предлагаете Господу то, что покупаете в магазине, сразу начинаете есть, это оскорбление. В различные сезоны цветы, фрукты растут, и если вы... В общем, фрукты не предлагайте Господу, начинайте их просто есть, это оскорбление. Или если вы отделяете половину и какую-то половину даете Господу, то это тоже оскорбление. Имеется в виду, что если вы вперед Господа приняли, а вторую чистую половину предлагаете, наверное, это тоже оскорбление. Если вы совершаете манаврату, то есть молчание, врату молчание, но в то же время перед Гуру и Вайшнавом что-то вас спрашивают, вы не отвечаете, это оскорбление. Перед Гуру и Вайшнавом нельзя никого оскорблять, полубогов. Есть 32 вида сева-апаратхи. Сказано, что запрещено есть рис. Прервалось. Нельзя в темной комнате касаться виграху божеств. Нельзя, не поклонившись гуру и вайшнавам, представать перед Господом. Без звоночка нельзя открывать храм. То есть не похлопав в ладоши, ну какой-то звук нужно в ладоши или в звоночек, колокольчик. Если кто-то посмотрел, какой-то материалист или собака на предлагаемую пищу, вы не можете это уже предлагать Господу, это не просто нужно выбросить. Если во время арчаны вы должны с кем-то поговорить или в туалет по необходимости сходить, какой-то вид цветов, которым нельзя поклоняться, его нельзя использовать. После того, как нельзя, не почистив зубы, поклоняться, нельзя после того, как с женщиной, имеется в виду какие-то отношения, наверное, были, нельзя поклоняться. После того, как вы коснулись, прикоснулись к мертвому телу, к синей одежде вы не можете использовать в поклонении божествам. То есть, когда вы одеты в синюю одежду, когда нечиста ваша одежда, когда вы злы на кого-то, после этого, то есть, когда вы злились на кого-то, после того, как вы посетили крематорий, после того, как вы приняли просад, это еще не переварилось, в таком состоянии вы не можете входить в храм. После того, как вы нанесли на масло тело,
на тело масла, вы не можете входить в храм. Много различных ограничений существует. Если вы не будете следовать им, особенно, то есть главное — это намапаратха, избегание. Сейчас мы будем говорить о намапаратхе. Это величайшее оскорбление, потому что падшие души, которые приняли прибежище у Шри Хари Бхагавана, они могут в один из... Рано или поздно они освободятся от намапаратхи. Но в том случае, если они приняли прибежище Харинама, если они совершили какую-то ошибку, оскорбление, но если они приняли прибежище Харинам, если они постоянно повторяют Харинам, то рано или поздно они освободятся от этих оскорблений. Необходимо понять значение слова «прибежище». Прибежище нужно принять таким образом, что никакой альтернативы не останется, имеется в виду, что полное прибежище. Харинам — самое высочайшее в этом мире. Бхактинот Такур пишет, что Харинам все устроит. Если вы будете повторять Харинам с полным почтением, вы преодолеете апаратхи. Существует 10 видов оскорбления святого имени. Первое — это Вайшнава Нинда. Прежде всего говорится о Вайшнава Апаратхе, оскорблении Вайшнава. Вайшнава Нинда Ади говорится, Ади и так далее означает. Постарайтесь понять перевод. Критицизм вайшнавов и так далее. Что же такое и так далее в этом пункте? Джива Госвами в Сканда Пуране в Бхакти Сандарбхах объясняет. То есть эта шлока содержится там, в Сканда Пуране. Джива Госвамипад говорит, есть шесть видов, шесть процессов, с помощью через которые можно пасть. Первое — это бить вайшнава, затем критиковать вайшнава, завидовать ему, против вайшнава выступать, не прославлять его, не прославлять его. Абхинандан говорится, когда мы предлагаем поклоны и так далее. То есть с почтением предлагаем поклоны и так далее. Выражать, то есть гневаться на вайшнава.
если при виде вайшнава вы не испытываете радости, если вы не счастливы, значит, какая-то зависть у вас в сердце. Значит, то есть если у вас, если в храм приходит, входит чистый вайшнав, человек думает, что зачем он пришел, опять проблемы возникнут. Значит, у вас в сердце зависть зародилась. То есть шесть видов. Бить, критиковать, завидовать, не прославлять, гневаться. Не радоваться вайшнавам. Эти шесть причин могут, шесть составляющих могут стать причиной вашего падения. Если вы думаете о том, что Вишну, Верховный Господь, а также и Шив, Шанкар, также Верховный Господь, отдельный Верховный Господь, это оскорбление. То есть нужно помнить об этих десяти различных оскорблениях. Затем третье оскорбление. Имеете материальное представление о вашем Гурудеве, а также Гуру и Вайшнав, а также Вайшнавах. Это называется Мартха Будхи. Это очень опасная аппаратка. Веды, Пураны, они для обычных людей многие вещи пишут. В соответствии с развитием личности данные знания. Когда кто-то начинает критиковать Веды, говорят, что это бесполезно, я нашел там что-то бесполезное, что какую-то ерунду нашел. И вот это говорится как раз об этом, что критиковать шастры — это оскорбление. Когда Харидас Такур отправился в Саптаграм, Гопал Чакраварти, бессердечный человек, критиковал Харидаса. Харидас воспевал славу святого имени, а тот говорил, что это все ерунда, что ты говоришь. Вот это оскорбление. Если кто-то манипулирует кем-то, то есть это знание, которое артхават, в общем-то, называется. Не совсем понятен этот пункт. Если кто-то заявляет, что у Харинама нет никакой славы, что она не так могущественна, или дает какие-то собственные измышления, интерпретации по поводу святого имени, объяснения, измышления о Сиддханте и Харинаме, неправильные толкования свои собственные. То, что сказано в шастрах, необходимо слушать из чистого источника. Не так, что вы должны, сами должны свои собственные толкования изобретать. С помощью Шри Харинама я могу прекратить всю греховную деятельность. Это правда. Это написано. Если вы будете совершать намабхас, повторять намабхас, вы сможете
избавиться от бесконечных грехов. То есть Намабхас может вам даровать даже мукти, несмотря на то, что вы сейчас вы находитесь в обусловленном состоянии, и с помощью Намабхаса вы сможете обрести освобождение. А с помощью Намапарадхи появится возможность к материальным богатствам. И это может стать причиной вашего падения. Намабхас может прекратить оскорбление. Это не так, что вы можете повторять и в то же время грешить, думать, что я сейчас погрешу, и у меня же есть вера в Харинам, он все мои грехи аннулирует. Это оскорбление, это сделает меня бессердечным. Имеется в виду, что сердце черствым, наверное. Махапрабху говорит нам Акари Бхакал Ирасарва Шакти. У меня нет никакого вкуса к Харинаму. Несмотря на то, что ты вложил все свои энергии в Харинам, нам Прабху. Кришна нам и Рам Прабу, и Рам нам больше, чем сам Рам. То есть имеется в виду, что имя оно более могущественное. С помощью имени можно прекратить все, то есть аннулировать все свои грехи. Вальмики Муни, написавший Рамаяну, прежде был разбойником. Он брал в плен людей, издевался над ними и забирал все их имущество. Но придя в саду Сангу, он изменился и стал. То есть он не мог даже повторять должным образом имена Господа Рамачандры. Ну, постепенно с помощью практики он очистился. Он совершил много-много греха, неисчислимое количество грехов, но он не совершал апарадхи, поэтому он получил свой золотой шанс. И с помощью... Тот, кто думает, что с помощью Харинама я могу стереть все свои грехи, это оскорбительно. Ритуалистическая деятельность, разные обряды, я не должен думать, что это наравне с Харинамом. Гор Кишордас Бабджи Махарадж не поклонялся Кришне отдельно от Харинам. То есть он совершал Харинам, потому что через Харинам Прабху он получал все. То есть имеется в виду, что он все это совершал в баджане. Ну, имеется в виду, что повторяю, наверное. С помощью... Сандарб Сиджо Госвами я могу также объяснить следующее. Татастешу нама рупа гуна парикарешу шаммак спуритешу
лиданам спуранам сушту хавати, ити оби прето садхана крама билихито, all likhito. Somewhere it is билихито, somewhere likhito, all same. So I can discuss this point, you can understand. Прежде всего, необходимо обрести милость. У меня есть органы слуха. Их необходимо задействовать правильным образом, слушать Харинам. В любом случае, мы должны принять прибежище Харинама Прабху. Нет других путей. Вся ритуалистическая деятельность, религиозная деятельность может присутствовать. Не нужно думать, что это наравне с Харинам Прабху. Харинам превыше всего, даже превыше самого Шри Хари. Нет, Махарадж этого не сказал, прошу прощения, но он сказал, что превыше всего. Оскорбительно давать наставление человеку, который не обладает верой в Харинам, раскрывать ему славу Харинама. Сейчас наша система полностью неправильная, потому что мы людей вылавливаем и говорим: иди сюда, я тебе сейчас дам Харинам. Это не система саду, система собак и шакалов. Получив Харинам, если получив Харинам, мы не взращиваем нашу любовь к Харинам, выслушав славу Харинама, но мы не воспринимаем это серьезно, не выражаем никакой любви к Харинаму. Это оскорбительно. Когда вы делаете, совершаете харибаджан, если имеется в виду, нужно все делать постоянно, то есть вновь и вновь в харибаджане. С большой точностью необходим подход, необходим очень точный подход. Я привожу различные цитаты из Бхактисиддханты Синдху, Сандарбх и так далее. Вы должны все это запомнить и в соответствии с этим совершать, сделать свой баджан совершенным. Также я говорил о симптомах симптомах бхавы. Существуют различные показатели бхавы. Указывающий на того, кто обладает ростком бхавы. Такой человек не может стерпеть ни минуты, потраченной зря. То есть он не тратит своего времени. Или также простить. Кшанти. Немножко прослушала. В чем красота певчей птицы в ее голосе? Когда благочестивая женщина выражает свое ответное на свое сердце подобающему человеку, когда уродливая женщина, или не женщина, а уродливый человек, как Чанака, пандит,
То есть как бы ни выглядел он, если человек разумен, то везде он может получить почтение, обрести почтение к свой адрес. Настоящий саду извинит вас при любых обстоятельствах, то есть простит вас. Камса много-много чинил препятствий, но Васудев Махарадж никогда не думал о том, чтобы отомстить ему. Саду всегда готов простить вас. Но если вы совершили какое-то великое оскорбление по отношению к какому-то вайшнаву, они не могут этого простить. То есть не в их адрес, а в адрес других вайшнавов. Но затем, когда они увидят, что вы плачете день и ночь, в таком случае они могут вас простить. То есть это зависит от ситуации. То есть они никогда не могут стерпеть ни минуты, потраченные без баджана. У них нет привязанности к материальным вещам, особенно к тем объектам, которые не обладают связью с Харибаджаном. То, что я могу применить в Харибаджане, не нужно к ним испытывать отречение. Затем Манашунья там, они никогда не стремятся к почтению в свой адрес. Может быть, причина, по которой они могут выразить то или иное настроение, асакти, влечение к каким-то местам, таких как Матхура, Вриндава, наверное, выражение особой любви к местам, связанным с играми Кришны, то есть к дхаме, асакти. Я должен слушать Харикатху. Что такое према? Что подразумевается под премой? Бхакти Расамрита Синдху сказано. Try to hear properly. Sammak masrinito shanto mamatati sayankitaha. Бхаваха са эво шандратма будхай према нигаддати. It means, when your heart is totally overpowered, когда сердце ваше плавится от мысли о Шри Хари, когда мамата пробудилась в нем, оно тает. Сандрананду вишешатма Шикишна карсани чоса. You can remember. Yeah, it is written. Сандрананду, you can get tense, you know, mood of enjoyment. You can get. Танцевать можно в таком настроении. Мастринито шванто. Когда сердце стало гладким, вы будете испытывать величайшую привязанность, влечение к Господу. Вы станете танцевать в удовольствие. Сердце будет ваше плавиться, и это есть симптомы премы. Здесь сказано, что сердце будет плавиться. И према бхакти может быть разделено на две части. Существует бесконечное деление бхакти. Разделение Санатан Госвами пишет. All countless jivatma
что бесконечная дживатмая. Частицы Кришны. То есть чит частицы, то есть имеется в виду, что чит это, то есть когда мы провозглашаем, говорим, что все дживатмы это чит. Читан. Имеется в виду, что у них есть какое-то отличное желание, отличное настроение. То есть имеется в виду, что дживатма должна обладать какими-то желаниями своими собственными. Разные дживатмы обладают различными качествами. Это 100%. Дживатма существовала вечно. Не было такого времени, когда ее не было. То есть мы можем сейчас разделить дживатмы на две части, на два вида. Как Прохлад Махарадж совершал смарана баджан. То есть вайди баджан и рагануга баджан. Рагануга баджан это спонтанное влечение. Вайди бхакти пример приводится в 11-й песне. Рагануга бхакти может проявиться, когда вы будете следовать всем писаниям, в соответствии с шастрами будете жить. Это называется вайди марг, который приведет вас к рагануга бхакти. Это очень хорошо, если вы можете для начала следовать этому. В бхакти расамрита синдху сказано: Вайди марг может помочь вам. Если вы не понимаете, что такое вайди марг, то есть если вы не знаете правила и предписания, будете совершать оскорбления, в таком случае у вас не будет возможности развиваться. Каждый день мы совершаем какую-то разновидность баджана. Но иногда мы уходим по позитивному пути, иногда уходим на негативный путь. Это процесс. То есть мы совершаем какой-то баджан, это не значит, что мы ничего не делаем. Мы слушаем харикатху, повторяем харинам, но с перерывами. Имеется в виду, что мы прерываемся, уходя в противоположную сторону. Если мы не поймем все то, что было сказано сегодня, то мы не сможем понять Рай Рамананда Самвад. Потому что Рай Рамананда говорит об этом, и только потом, впоследствии он говорит о Рагамарге.
Арагануга Бхакти. Я уже описал постепенный процесс прогресса. Когда ушатха, это постепенный процесс вайди бхакти. То есть, идя по этому пути, вы должны постепенно совершать прогресс до премы. Когда же вы поймете, что такое рагануга бхакти? Нужно привести в этом отношении одну шлоку из Бхакти Расамрита Синду. Услышав Харикатху о чистых гуру Вайшнавов, это сердце должно, то есть это настроение должно проявиться в вашем сердце, как Сридам, Судам, Васудам. Они совершали определенные виды служения Арджуна. Когда мы почувствуем такое вдохновение следовать им, как пример. Кто-то предстал перед Рагунатдас Бабаджи Госвами Махараджем. Они пришли рассказать ему о том, что они следуют Види Маргу, а потом они секретно как бы спросили, открыли сердце, что я говорю, да, следую Вайди Маргу, но у меня вкус есть Крага Бхакти, Крагануга Бхакти. И что это? Желание это Сахаджия? И тот сказал, что нет, это секретное сокровище. Когда мы обретем сокровище секретное, определенно мы будем, то есть какое-то сокровище, определенно мы никому о нем не будем рассказывать. Я знаю множество таких примеров, когда люди строили. Какие-то дома копали, а там находились сокровища, клады. В моей детстве, наверное, в предыдущем ашраме, когда один дом сломали, на нем хотели построить новый, копали. И нашли там клад с золотыми монетами. Таким образом, когда вы получите, найдете сокровище, вы никому не будете об этом рассказывать. В Чайтанья Чаритамрите также приводится пример о Нилачале Махапрабху. Махапрабху плакал, падал в преме, когда он видел какого-то материалиста же, он изменялся полностью. То есть он не показывал свои переживания перед материалистами. Он не показывал свою внутреннюю бхаву посторонним людям. Также Прабхупад, когда он говорил на берегу Радхакунды, Прабхупад рассказал о многих регуляциях, правилах и предписаниях. Когда он говорил о Радхарани, то есть у него появились слезы на глазах, тело затряслось, и волосы начали становиться дыбом, выступил пот, цвет изменился. То есть все приметы Аштасатика Викара.
Но это не было сделано для того, чтобы показать всем, что посмотрите на меня, Ируганога Бхакта. Ираганога Према Бхакти настолько высока. Не каждый может. То есть тот, кто обретет это сокровище, он никому не откроет его. Он не будет говорить так: идите сюда, посмотрите, я Ируганога Бхакта, я вас научу этому. Это секретные вещи. Таким образом, Ираганога Бхакти вы можете обрести. То есть, слушая Харикатху от Гуру Вайшнав, можете услышать, что Шридама Субхава, они так много шутят. И... В общем, не то чтобы вы захотите, должны превратиться в Маду Мангала, нет, вы просто можете перенять его настроение служения. Видя Бхаву таких преданных, мы автоматически чувствуем влечение к ним и желание следовать тому же. Симптом саду, который обрел, взрастил себе такую жажду, он не зависит. Наверное, он же не зависит от предписаний и регуляций. Если у вас есть желание только к материальным вещам, к материальным темам, как обсуждать, то есть как наслаждаться параманией, как наслаждаться женщинами и так далее, материальные разные вещи, это материальная раса. Такой вид расы абсолютно запрещен. Поэтому определение расы, данное в Бхактисамрита Синду, 2 года назад или год назад, я это обсуждал, говорил об этом. Материальное настроение, чувство необходимо преодолеть. Оно осквернено материальными чувствами. Совершенно, и тогда совершенное состояние придет в ваше сердце. Не нужно будет никаких измышлений делать. То есть нужно... Когда ваше сердце полностью переполнено... Not sattva is prohibited, riddhi sattva, it is pure sattva guna,
Not only that, not only that, but also, you know, his трансцендентная сатва. Простая сатва, материальная сатва, она тоже запрещена, потому что она так или иначе относится к материальному, материальной энергии этого мира. Риди сатта джалеварам шаддати ша расоматаха. In that case, that condition of heart is so sophisticated, you are going to get the taste of some rasa. И в таком случае, когда вы обретете эту трансцендентную благость, сердце ваше будет открыто к расе. When you are getting some exclusive taste, that is called actually genuine rasa. То есть раса — это когда у вас есть какой-то особый вкус. В магазинах, всюду, на рынках оскверненная раса. Имеется в виду, что все хотят сделать дураков из нас. Для нас хорошо. If you can jump and fall down into hell forever, it is not wanted. We cannot expect that kind of demotion in bhajan. It is not at all expected. We cannot expect. Rupa Goswami Pad дает полное описание настроения Рупануга Бхакты. Завтра я буду говорить об этом в деталях. То, что хотел Прабхупад сказать по этому поводу, Шрила Бхактивинод Такур. И необходимо понять их настроение. Если вы будете, просто купите какую-то книгу и пытаться будете стараться понять философию сами, в этом нет ничего хорошего, это не начинается успехом. Как вы можете войти в Рагануга Бхаджан? Вы поймете, что чувство должно быть в сердце. Вы поймете, что это не шутки, что постепенно нужно совершать бхаджан, постепенный процесс развития уджива. Raganuga Bhakto, I am giving symptom, all symptom, different kind of symptom I am speaking. So you should remember, and tomorrow I can try to explain. Все, о чем я сегодня говорил, необходимо запомнить. Завтра я буду говорить о том, как войти в Рагануга Бхаджан, как понять Рагануга Бхаджан, как понять финальное настроение, то есть имеется в виду конечную цель Рагануга Бхаджана. То, что показывал Махапрабху нам, показал на собственном примере. Сейчас, когда Махапрабху и Рай Рамананда встретились, тысячи людей в течение дня приходили к Махапрабху получить его даршан. Каждый, кто приходил услышать от него харинам, их сердца плавились. Каждый день, с утра до вечера, тысячи людей приходили к Махапрабху, а вечером на берегу Годавари Рай Махашая был также занят на протяжении дня, но вечером они встречались. Он был занят своей деятельностью, служением царю, то есть обязанностями, которые был дан царю. Царем.
а према бхакти. Рай-Рамананда цитирует читание Чаритамриту. Извините. То есть то, что сказал Рай-Рамананда, сказано в читании Чаритамриты. This you should understand. So long as there is appetite, you can enjoy taking prasadam. Пока у вас есть аппетит, вы можете наслаждаться прасадом. Если у вас есть жажда, вы можете напиться. Но если вы наполнены пищей, едой, если вы наелись и напились, что бы вам ни предложили, вы не сможете этого вкусить, вы не захотите. Поэтому, когда Хари принимает служение от нас, если наше служение полно премы, если все разные атрибуты присутствуют, но премы нет, тогда не примет Господь этого. Когда же это с премой, Садхи Вайшнава очень довольна. Если нет премы, большая проблема. Если же присутствует према, сердце преданных плавится. Имеется в виду в нашем предложении, в том, что мы предлагаем пуджу предлагаем. Когда я говорил о олене, Шукадев Госвами поклонялся Кришне, но как же поклоняться у него? Как же он поклонялся? Глядя на Кришну с премой. Упасана не значит, что нужно войти стать пуджари. Можно также. Я вот, например, поклоняюсь через харикатху. Это мой процесс поклонения. Через харикатху я люблю поклоняться. Поклонение это значит, я хочу принести удовлетворение Кришне. Это не, то есть я делаю это не для того, чтобы сорвать ваши аплодисменты. So this kind of nanu pusharu krita pujana martha bandha premnaiva bhakta hridayam sukhaviddhutam sat yavat khudasti yathare yathara pipasa davat sukhayo bhavato nanu bhakshapeyo. You must remember it. Bhakti stai stiratara bhagavan jadishat daivena na palati dibhya kishor murtihi muktihi svayam mukuritanjalihi shivati asman dharmartha kamagatayo samayo pratiksha vanchakalpadurvasya ke pasindhi bhavacha pacitanan pavana bhavashna pyonam. Hare Krishna. Yavat khudasti yathare yathara pipasa tavat sukhayo bhavato nanu bhakshapeyo. You must remember it. Bhakti stai stiratara bhagavan jadishat daivena na phalati dibhya kishor murtihi muktihi svayam mukuritanjalihi shivati asman dharmartha kamagatayo samayo pratiksha
ванчакалпатурвасе кепасинди бхавача патитанан павана бхавашна пьо намо.